Сейчас, не знаю, куда микрофон. Подсоединю, подождите. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. А, у вас свой, у вас свой есть, давайте, давайте. Здравствуйте, наши и ваши любимые подписчики. Мы находимся, уже мы не знаем, где мы находимся, но это не важно. Хочу рассказать вам одну интересную историю. Сегодня от Ивана, вот у меня будет два микрофона, от Ивана приходили уважаемые подписчики и любители его канала. И самый популярный был вопрос, нам задавали, а вы правда видели Ивана? А вы правда его знаем? И вот хочу вам рассказать секрет. Иван очень чудесный, замечательный человек. Поэтому мало того, что вы смотрите его, вы, пожалуйста, очень постарайтесь с ним лично познакомиться. А для этого нужно какой-то референдум делать, чтобы они лично познакомились? Какой-то, а, они могут прийти на показ? Какой-то, да, можете прийти на показ, можете с азами, с Татьяна, сумами, я вот смотрю, вы каждый раз, завершая рабочий день, уходите в дорогих украшениях. Да. Откуда они берутся, я не понимаю. Вы знаете, это называется... Вы приходите без я них, я вижу. Я прихожу без них, смотрите, а потом они тайным образом появляются на мне. Браслеты, браслеты, видите? Так. Вот это роскошь бытия. Вот, вот так. Вот так вот, пожалуйста. Чуть подальше. Угу, и вот так. Это называется способность Татьян приходить в одном, а уходить в другом. Вот я вот поэтому как-то меня Татьяна окружает всю жизнь. Вот. Это такая, такое умение, да, невероятное. Это называется роскошь бытия. Ну, я даже считаю, что носить имя Татьяна тоже роскошь. Обратите внимание, это... Пусть я забыла, что это. Стоите. Типа гранаты. Это гранаты, это чешские гранаты. Я это помнила, но сейчас забыла. Чешские гранаты, они продаются, но надо вам очень захотеть их купить, чтобы я вам их продала, потому что я сама их очень люблю, полюбила. Ну, здесь интересные гранат считается вот мистическим камнем. И он, как говорят бывалые люди, он защищает и сохраняет вас из глаза. Видите, я от жива глаза. До сих пор. Жива. Я выжила. И не просто жива. Не просто... Пандемию сложно выжить. И, конечно, вы правильную тему подняли, Татьяна. А у меня в телефон тут, и у меня свой личный есть. Правильную тему. А может, еще какие-то советы, рекомендации скажете? И пригласите к себе в Пекин, пожалуйста. Главная рекомендация – живите счастливо, живите сегодня, радуйтесь днем и будьте благодарными к этому миру, к людям, которые окружают вас. Главное – совет. И все получится. Татьяна, а скажите, пожалуйста, вот, допустим, ваше любимое блюдо? Вот такой простой, легкий вопрос. Пирожное картошка. А вы его сами готовили когда-нибудь? Нет. Нет? Нет, я его ем в ГУМе. А вот что из того, что вы готовите сами? Вот? Оливье, салат оливье с мясом. Любите, да? Обожаю. А мясо какое? Говядина. А курица? Нет, только с говядиной люблю. Ага. Так. А с фасолью то же самое, но с фасолью делали? Нет, никогда не. А я вот люблю то же самое, но с фасолью. Да? Оно почти мясо. Ну, наверное, какое-то оливье, фасолевое оливье у вас получается, Иван. Ну, может быть. Но очень вкусно, поэтому рекомендую. Хорошо. Лайфхак. Я попрошу, чтобы вы его приготовили, я попробую. Можно так? Хорошо, хорошо. Я приготовлю вам оливье. Хорошо. Константин, добрый день. Скажите, пожалуйста, вы нас приглашаете в Пекин? Все как? Жду каждый день. Да, и давайте назначим встречу. Давайте, предлагайте. Нет, это вы хозяин, вы приглашаете. Ну, мои двери всегда. Так, со скольки до скольки? С 11 часов утра. С раннего утра до позднего вечера, до 21 часа. А, ну у вас там Пекин же, и можно остановиться заодно и заночевать. Да. У нас еще есть чай, кофе, просекко, коньяк, конфеты. Одним словом, у вас очень хорошо и уютно. Приходите, и микрофон, мы выдадим вам микрофон. Всех размеров причем. Любые микрофоны все будут ваши, пожалуйста. Ну все, мы рады знакомству и до новых встреч, наши дорогие. Ура! Счастливо! 650. Вот это роскошь, о которой я мечтаю, так скажем. А это знаете, кого я здесь встретил? Кнарик, с которой я вас знакомил на вернисаже, которая меня коньячком угощала. Вкусный-вкусный коньяк. Ел угощала. Конечно. Два раза причем? Сейчас нужно. А есть? Есть. Да. Конечно. Вон есть коньячок, значит мы сейчас
жахнем. Посмотрите, какая роскошь. Конечно, это круто. Так вы мне даже еще с собой бутылочку давали. Ой, кино. Посмотрите, какой здесь сервис. А чей это сервис? Это Лимож. А, это Лимож? Да. Смотрите, какая интересная эти. Ручки такие интересные, необычные. Мне вот все про это нравится. Вот, ну вот с такой наполненностью. Когда-нибудь возьму. Шикарно, шикарно. Но буфет, я балдею. Посмотрите, какой буфет. Здесь еще один стоит. И красивые вот эти вазончики. Я пройду. Ух, а внутри-то они какие красивые. Какая красота. Тяжелые, слушайте, какие тяжелые. Вроде бы они не такие уж большие. А тяжеленные, ну, понятно, Лимож. Очень красиво. Так, раз я уже сюда зашел, то я вам сниму ближе этот шкаф. Даже ключи есть, видите, от него. Ну вот видите, сколько пользы. Как говорится, навел мосты. Очень красиво. Еще раз хочу круэт заснять, потому что он прям вот, вот именно такой, как я хочу. Вот со всеми этими рисунками, этот шикарный. И в этих, как их, крышечки вот эти, ДТК-шечки такие роскошные. Очень красиво. А вот здесь ложечки, что ли, висели по вот эти дырочки? Наверное. Ну, красота. Шинка Кузнецов здесь вот такой, прям не видел пока, еще не встречал, такая тонкая работа, конечно. Ну, цветовая гамма, сразу видно, что Кузнецов. И вот эта чаша. Как ее правильно назвать? Не чаша, а как ее назвать? Это жардинерка. А, жардинерка, да. Для цветов, как бы, с подорожником. Сегодня я вкусноты-то приготовил очень много. Видите, какая роскошь. Переход цвета. Вот какие роскошества. Две их здесь таких одинаковых. Какие же они красивые. А там барыни сидят. Ох, как все впечатляет, как все нравится. Фото хочу сделать. Что-то надо для заставки найти. Красивая. А выставляю, сейчас я гляну. Какой-то штаб куропаточка. Да, на Авито есть. Но у меня, вот я говорю, у меня несколько объявлений, честно говоря, с Авито. Ну вот это невероятная вещь. Даже с Инстаграма я пару вещей не люблю, это надо постоянно, в течение там 3-4 нет. Сумма надо иметь, как бы, с этими социальными. Ой, а там дама стоит еще шикарная, за этим вазоном сейчас покажу. Девочки, которые у нас продают в этом, они говорят, невероятно, видите, какой венок они несут. Человек ищет подарок, если я не отвечу, они будут.
А вот тоже круэтик вижу. Меня Андрей зовут на всякий случай. Я украинец. Подумаю, что-то предложу. Вообще-то я даже их могу. Они только... Какие кружечки здесь вижу. Мечта. Просто мечта. Димон-то. Сказка. Веер, смотрите. Это, наверное, 18 век. Из чего же он такой? Просто улетный. Это что-то, я не знаю, такое полупрозрачное. Из чего это может быть? Продавца нету. Боже, боже. Представьте, каким должно быть платье, когда вот такой веер у дамы. Сказка. Смотрите, на что я набрел. Здесь красивая девушка сидит, и у нее вот такой лебедь фарфоровый стоит для фруктов. Итальянская вещица. Ну, как бы ее не передать, вот всю вкусноту через видео. Сейчас я другой режим включу. Вот, видите, какая она? 80 тысяч стоит. Царевна лебедь. Ну да, короны не хватает, была бы царевна. Сейчас вам покажу инстаграм девушки, которая здесь продает эту красоту. Делайте скриншоты. Такая царская вещица. Ой, вансон вижу. Сколько стоит? Ваза, да? 250. 250 ваза стоит. А вот такие баночки? 29 тысяч. Это не спитница, а эмаль, обычная роспись Франции. Набор вот такой здесь увидел у Татьяны, 7500. Инстаграм я вам показал, обязательно зайдите. Татьяна, а вот это сколько стоит? 8500. 8500. Франция, начало 20 века, внутри шелк. Ага. Ну да, шелк внутри. Для мелочи пошел. Угу. Так, здесь еще солонички я увидел. Вот эти хорошенькие. Как это стекло называется? Это кобальтовое стекло. А, кобальт, что же я все забываю? Кобальт, да. Видите, здесь кабанчики. А это фазан. Заяц. А, кролик, да, зайчик? Кролик, да. Угу. Такие маленькие. С ложечками. Он посеребренный, да? Это серебро, а это серебряный. Вот это. Вот это серебро сколько стоит? 15500 одна штука с ложечкой в комплекте. Угу. Блюдо шикарное. Шкатулочка Мурана. Как таблетница, Татьяна говорит, использует ноги. Вот открывается. А у вас нету это посветить? А, можно даже просто фонарик. А будет светиться обычно? Да. Ну, слушайте, да. Вот через телефон еще больше видно. То есть не обязательно ультрафиолет, да? То вы путаете урановое. А это какое? А это Мурана. Мурана. Ну вот. Это Италия. Венецианская. Все. Ага, понял. Да. Тюренница, Татьяна говорит, овощи рагу подавать. Ой, это красиво. Ну вот она отдельная сама и все, да? Или вот что-то блюдо, к ней еще когда-то было? Блюдо и вот тюренница. Ну да, а что-то еще? Нет, вот так, все, да. А вот это что за набор? Это набор для уксуса, для оливкового масла, соль, перец. Вот такой красивый поднос. Все комплект. То есть кроет? Кроет, да. Такой еще не встречал. А вот эти чьи чаши? Тарелки? Вот эти внизу фарфор. А, это Лемош, Франция, фарфор и обрамление бронза. А сколько стоит? Вот это вот 20 тысяч стоит, это 14 тысяч.
Так, а вот это жардиньерочка, да? Это серебро, 115 тысяч стоит, начало 20 века. Ой-ой-ой, кого я увидел здесь. Это вообще фантастически. А вот он сам по себе один, да? Да, кабан, это кувшин для воды, для вина. Да. 110 тысяч стоит, это красавец. Объем у него 3 литра. На 3 литра, ага. Да, забавный, охота, да? Да. Такой брутальный, мужской. Перегороченная техника, эмаль. Перегороченная. И вот мураность. А, флакон бренд Лолита. Это какой оно? Хрусталь или что это? Хрусталь, да? Ой, вот это милые уточки, шпажки. Да, для канапе. Шпажечки, видите, отдельные, какие хорошие. Тоже поближе. Такой интересующий, надо поближе показать. Ой, ну надо же, ну вот, вот описать даже это невозможно, какие вот детали сейчас такое были важны. Да. Очень красиво. Класс. Королева, посмотрите, какая шляпа. Это же просто невероятно. 7 тысяч она стоит. 7-8. Классная. Ой, какая аппетитная. Ой, какая красивая. Но она огромная. Тут сколько, не знаю, 60 или 65, наверное. В общем, все. Все собираются, все заворачиваются. Ой. Я рад, что пришел, потому что я пообщался очень хорошо с людьми. Я навел контакты, очень, кстати, нужные. Это не было задачей, но это произошло. Все, всем хорошего. И до новых встреч, мои дорогие, мои королевы. На Белорусской. Смотрите, какие светильники огромные, красивые. Стекло не видно, оно прям все резное. Не видно, к сожалению, может, вот здесь край. Нет, так сильно светит, что ничего не видно. Но такие они прям растолковывают. А если сюда? Тоже нет. Так, издалека. Издалека нет. Ну все, метро красивое. Колосья. Площадь Таганская. Вечер. Я еду с Тишинки. Тепло, люди стоят, автобусов нету. Таганский пассаж здесь. Сюда хожу, лак покупаю для своей супер прически. Про этот торговый комплекс я вам рассказывал, Таганка. Про Умиду, что здесь она стоит с нижним бельем. Ну, дорогое, но красивое у нее нижнее белье, да. А обувь покупаю, кстати, вот здесь, где дальше они переместились, были здесь. Где же они? Да, вот там дальше. Честер, вон там дальше. Угу. И здесь торговый центр «Звездочка». Вот синим горит. Там наверху Макдональдс. Звездочку. Звездочку хожу редко. Даже не... Ой, наверное, года 4 назад последний раз там был. А вот этот дом, вот перед вами, за ним, вот этот известный дом на Котельнической набережной, прям за ним, не видно почему-то его шпилей. А вот за этим домом зеленым, вот который на ваших экранах, а вот за ним стоит, вон он, видите, вдалеке, слева. А вот в этом доме как раз Лолита живет. Ну, живет дом у нее. Живет она где-то за городом, а квартира... Дом. Да, а квартира в этом доме, у нее наверху как раз. Вот где посередке светятся балкончики. Лолитин дом. Кстати, не знаю, здесь ткани были раньше. Есть они или уже закрылись? Давно уже не был. Раньше захаживал к ним. Жду метро. Ну, жду автобус. Вот мой сюда заворачивает. Езжу на общественном транспорте. Мне даже это удобнее.
там кусочек Москвы.